Ощущения, впечатления, скажите в общем, что вы чувствуете? Знаете, я очень уважаю, потому что мои дети в Кришне, два сына, и я также прошла по интернету, принимала богослужение
деревню Махараджа. И вот почему я вышла с троллейбуса, с маршрутки, то есть, я слышу музыку, и я сразу сюда вышла. Тут увидеть. Я люблю вот это все. И у нас было часто на бабульке тоже. Вот это вот, не сказать, тачанка, человек, вот это вот, как сказать правильно. Ну, не тачанка, ну, вот это вот, бричка огроменная, здоровенная. Это ты все, и я за ними следом танцевала и спевала. Хари Кришна, Хари Рама, Рама Рама, Хари Рама. Хари Нама называется. А что? Ну, когда поем, ходим, это Хари Рама. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Рама, Рама Рама. Ну и так и дальше. Я рада, что вас побачила. Спасибо, мы тоже вас рады побачить. Спасибо. А вы откуда? Ну, мы из Харькова, из Запорожья, сборная. Преданных Кришне. It's not a joke. It's the real thing. So stand up and do what's right.